Титова. Серебряный призер чемпионата мира по синхронному фигурному катанию. Команда Crystal Eyes под руководством Ольги Бодяевой, Дарьи Кобозевой и Ивана Волобуева. Постановщик Сергей Комов. Солисты на льду. Владислав Тарасенко, Дмитрий Михайлов и Ева Куц, Марк Соколов, Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин. Воздушные акробаты на льду. Екатерина Кокора, Германия. И Глеб Гордиенко, Украина. Акробаты на льду. Серебряные призеры чемпионата Великобритании. Фиона Залдова, Великобритания. И Дмитрий Сухаров, Россия. Участница чемпионата Европы 2019 года. Бронзовый призер ISU Challenger Series Минск. Арена Ice Star. Екатерина Рябова. София Сарновская. Академия фигурного катания Ангелы Плющенко. Участник мировых ледовых шоу Александр Плющенко. Академия фигурного катания Ангелы Плющенко. Трехкратный чемпион Канады. Серебряный призер чемпионата четырех континентов. Эммануэль Сандю, Канада. Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании. Елена Родионова, Россия. Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова, Россия. Олимпийская чемпионка 2014 года, чемпионка Европы Юлия Липницкая, Россия. Единственный фигурист с 1932 года, обладатель четырех олимпийских наград. Победитель зимних Олимпийских игр 2006 и 2014 годов. Серебряный медалист зимних Олимпийских игр 2002 и 2010 годов. Трехкратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Десятикратный чемпион России. Евгений Плющенко. Россия. Генеральный продюсер Яна Рудковская. Режиссер-постановщик, народный артист России Сергей Филин. Руководитель Академии танца Сергей Филин. Хореограф-постановщик Лёд Сергей Комолов. Мария Касумова. Балет Константин Матулевский. Софья Гайдукова. Исполнительный продюсер Екатерина Резбова. Автор музыкальной адаптации и оригинальной музыки Юрий Красавин. Исполнители саундтрека Дима Билан.
и Сергей Филин-младший, исполнитель оперных партий, Ольга Депутатова, автор либретто Александра Одинаева. Роли озвучили Антон Шагин, Александр Дзюба, Сергей Безруков, Нонна Гришаева, Алена Победа, Александра Одинаева, Сергей Филин-младший, Марта Тимофеева, Анна Накопетова, Марина Лисовец, технический директор Владимир Семенов, художник по костюмам Денис Шевченко, художник по свету Роман Вакулюк, художник по декорациям Мария Кичаева, шоу-гол Анна Громкова, диктор Станислав Иванов. Благодарим нашего генерального спонсора компанию «Дойру» и партнеров «Рокс», «Умные зубные пасты» и балетную школу «Галина Балерина». За помощь в производстве реквизита благодарим компанию «Лиц Эвент Хаус».